Друзья, здравствуйте. Небольшое видео по поводу того, что ходят слухи о закрытии YouTube. Ну, значит, мы хотели вам сказать, что параллельно буду выкладывать на Яндекс.Дзене. Кому интересно, переходите, наши подписчики. По мере возможности буду параллельно и туда выкладывать, значит, видео. Ждем вас там. Наташа уже мой первый подписчик на Яндекс.Дзене. Так что добро пожаловать. До новых встреч. Пока.